Началась сессия с того, что депутаты внесли поправки в закон об административной ответственности. Они станут инструментом муниципальных властей для того, чтобы наказывать тех, кто нарушает правила благоустройства территорий. Закон предлагается об административной ответственности дополнить следующими составами административных правонарушений. Первое. Оказание услуг общественного питания, бытовых услуг, не установленных для этого местах, а также в необорудованных местах. Второе. Производство земляных работ в отсутствие ограждений, аварийного сигнального освещения пешеходных мостиков объездных путей. Третье. Размещение транспортного средства, прицепа к нему, разукомплектованного транспортного средства на детской или спортивной площадке. В повестке дня сессии в основном были законопроекты, которые приводят правовую базу Мордовии в соответствии с федеральным законодательством. Многие из них касались организации процесса выборов. Так, например, ряд изменений внесен в процедуру проведения референдума в Мордовии. Законопроектом предусмотрены следующие изменения. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации голосование на референдуме Республики Мордовия может быть отложено. Законопроектом вносятся изменения в статус членов комиссии референдума с правом решающего голоса. Количество наблюдателей, назначаемых в каждую участковую территориальную комиссию, увеличивается до 3. При этом они наделяются правом поочередно осуществлять наблюдение не только в помещении для голосования, но и в помещении, в котором осуществлялся прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории. Законопроектом предусматривается порядок проведения дистанционного электронного голосования на референдуме Республики Мордовия. Свое мнение по поводу выборных законов высказывали представители фракций различных политических партий, представленных в Госсобрании. В итоге предлагаемые поправки были приняты. Также депутаты привели в соответствие с федеральным законодательством законы социального блока и внесли поправки в закон, регламентирующий поддержку органами местного самоуправления сельскохозяйственного производства. Изменили статьи закона, которые формируют поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Принятие данного законопроекта позволит усилить социальную активность жителей Республики Мордовия и стимулировать создание новых социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут способствовать сплочению жителей Мордовии вокруг общих государственных народных интересов. Проектом закона вносится ряд изменений с целью применения единого стилистического оформления республиканского и федерального законодательства по отношению к формулировкам ряда видов деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов, Народные новости.